Ох, Даша у нас молодец какая, прям. И придумала фестиваль, и конферанс какой сделала. Молодец, Даша. Но не это я хотел сказать. Я хотел сказать, что, дорогие друзья, у меня есть для вас, безусловно, спасительная новость. Христос воскресе. Какие вы молодцы. Поэтому в связи с этим совершенно было бы нелепо начать выступление с какой-либо другой песни, кроме как с классики бардовской песни, всемирно известной бардовской песни, которую написал всемирно известный бард Леонард Коэн. Саша, будь любезен, добавь, пожалуйста, в этой песне, да, в этой песне ревер. Ты не можешь делать ничего. Я просто не вижу, что ты показываешь. В прозрачном небе звучал хорал, Давид играл, Господь внимал, и оба улыбались, торжествуя. Все было так, услышь, очнись, полтона вниз и снова ввысь, блаженный царь слагает, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Кто в вере тверд, наград не ждет, но вышла дева из пенных вод, и через миг сомлев от поцелуя, ты вогнан мелкий мир обид, твой лоб обрит, твой трон разбит, из губ твоих сорвали, аллилуйя, 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 аллилуйя. Давно мне тот сюжет знаком, сухим от страсти языком, как прежде, о любви тебя молю я. Мой щит все так же на вратах, но дом мой обратился в прах. Все погибло, все разбито, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Но там он есть, над нами Бог, а вдруг его зовут любовь, тогда имен не поминая всуя. Прижмемся бережно к плоти плоть, чтоб души наши грел Господь, чтоб каждый вздох звучал как...
Что ты, друг, раскис, словно капуста? Что на сердце тесно, в мозгу до хруста пусто? Давно бы привык, друг, твоя жизнь, что капуста квашена я. Ты вообще судьбой влеком за капустой, а не за молоком. Нет, конечно, никуда без молока, но вот оно и обсыхает пока. Иногда, правда, бывает совсем не здорово. Глаза наливаются помидорами, черемшой становятся пальцы, и вкрутую варятся твои. И лица порой не покажешь свекольного, в этом тоже нет ничего прикольного. Хотя тебя прикалывают гвоздичкой к общему лацкану, капусты, любовь и моркови разными цацками. Ибо кем бы ты себя не ощущал, ты ингредиент для большого борща. Кто бы ты ни был такой вообще, как ты был овощем, так и будешь овощем. Нас переработают и перетрут, и не зачтут за труд. Таких, как мы, пруд пруди, кто нам из грядки своей вылеса? Выходи! Кого обваляют в меду, кого замочат в пруду, кому все и сразу услышишь, страна тебе дудит в туту. Давай стройся на овощепас! Тебе не дадут что-то, друг, вот так вот вдруг преобразоваться в какой-нибудь фрукт. Разве что специально, чтобы потом страна разобрала тебя на семена в учебнике патологии. В никчемнике биологии. Разрешили додумать, отец. Огурец – лучший овощ, да. Огурец, еще не созревший, еще зеленый, солнцем пока еще не опаленный, то есть пока не попавший в опалу. Это человек, которого просто мало. Разорался. Хочется тишины. Да. Просыпаешься. Будто и не было этих часов, проведенных цветом забытий. Сигареты сегодняшние, чай вчерашний, снег прошлогодний, серость вечная. Твои ноги несут тебя к тем, про которых не знал никогда. Свои, не свои, не хватает живого. Поэтому всякая нежить тобой человечна. Случайно без памяти внутрь себя, а там безвоздушно и тесно. Серое что-то басит, гулко стучится и колет иголкой. Медленно капает время на теме, и голос криклив и натреснул. Хочется лишь тишины, но доживаешь до ночи, и только тишина погрузит тебя на дно. А на этом дне окно, и с того окна we'll be right back.
Оживают в тебе города, ты хозяин отныне. У тебя волшебная борода, ты хотя бы ладно, не бог. Всего лишь чудишь, не чудотворишь, поднимаешься над, превращаешься в тьма. Это не атака, это да, ты переставляешь, переигрываешь, представляешься ветром. С той лишь разницей, не вектор зависимости ты, а источник, источаешь ток. Смотришь так, вроде так, радуешься, ну, тык. Прогибаться от слова прогнить, убежден ты, твой позвоночник. Прямой, как труба, как флейта Маяковского, ты лучший небесный проводник. В тебе играет тишина, погрузит тебя на дно, а на этом дне окно. И с того окна слышно легче света тишина. Цветом забыть сигареты сегодняшний, чай вчерашний, снег прошлогодний, серость вечная, попса сплошная крутится, концерт рано начался, пробки, ужас, струны рвутся часто, вот гитару себе новую купил. Звучит хорошо, а стоит дешево, а это хорошо. Вот песню красивую мы с вами поем, и никто зажигалками, фонариками не крутит. Это плохо, хотя тоже хорошо. А я, кстати, тоже курить бросил. Это хорошо, и все равно серость вечная. Новую песню, друзья. Маленькое дело, большие перемены, бабочка надела на надкрылья стены, крылья поникли, сочленения ноют. А ведь сказано в книгах, оставь все иное, оставь все иное. И лети налегке, не таи в кулаке, ноша утянет, и ты можешь сгинуть. А у бабочки ничего и не было, только правда и темное небо. Она стены затем и надела, чтобы было что скинуть, чтобы было что скинуть. Маленькое дело, многое значит. Я был задуман белым, вышло иначе. Был задуман зрячим, вышло по-другому. Теперь на удачу иду, приду к дому. Иду налегке, вдалеке в маяке ждет меня свет. В темноте можно скинуть. Вон у бабочки ничего и не было, только правда и темное небо. Она стены затем и надела, чтобы было что скинуть, чтобы было что скинуть.
только правда и темное небо. Я затем ношу свое тело, чтобы было что скинуть. Я затем ношу свое тело, чтобы было что скинуть. Слушай, сынок, и запоминай. Так вышло, что жизнь одна. Каждая тварь изначально пуста, каждая тварь вольна выбрать, чем заполнять пустоту, чем прикрывать наготу, какую в себе развивать черту, как перейти черту. Так уж устроено, мы не пристроены ни к одному из домов. Строим кто поодиночке, кто строим сами себя из томов. Книжек и мебели, школы и дембеля, грусти у этих, веселье у тех. Предостерегаем быть Каином и Каем, но предполагаем успех. Всегда будет тот, кто тебя сильней, потом это станет ясней. Всегда будет тот, у кого камней за пазухой больше вдвойне. Всегда будет кто, осознав вину, забудет тот час о вине. Всегда будет кто, объявив войну, не готов погибнуть в войне. Это неправда, это правило, но не от слова правильно. Кто перепишет это напело, тянется к табельному. Всегда будет тот, кого надо вести, всегда будет тот, кто везет. Всегда есть тот, кого надо спасти, всегда будет тот, кто спасет. Слушай, сынок, и запоминай, так вышло, что жизнь одна. Не важно, какие сейчас времена, не важно, какая страна, не важно, какие слова изо рта, есть ли в них глубина. Важно не то, как дорога длинна, главное, что одна. Мгновенье, секунда, минута, час, невозвратимая часть. Строгий рыбак для любого из нас уже заготовил снасть. Выловец спросит, где тебя носит, что делал минуту назад, а? Ну и что ты ответишь, когда он посмотрит в заспанные глаза? Что ты ответишь, когда он посмотрит в заспанные глаза? Что ты ответишь, когда он посмотрит в свои шерстяные глаза? Вот и теперь целый час своей жизни, целый час своей жизни. Я писал тебе этот совет. Надави посильней, и глаза мои рыбьи прыснут, хотя тебя даже нет. Ноги запоминай, так вышло, что жизнь одна. Да, друзья, спасибо. Слушайте, а может мы хотим что-то вместе спеть? Выведи, например. Что мы хотим вместе спеть? Давайте. Выведи меня отсюда, человек с крыльями. Я хочу найти рельеф и следа на воде. Мне когда-то было слово, я его выменял. А сейчас так много слов, но все не те.
Только слышу, как спускаются на крыши люди или же высшие, что не ново, они несут нам слово позабытое, потерянное временами между нами бывшее. А теперь кто мы друг без друга? Выведи меня отсюда верою в светлое, страшно в одиноком лифте жизни, в темноте мне б найти без грима лица черные, белые. Я все время вижу маски, все не те. Только слышу, как спускаются на крыши люди или же высшие, что не ново, они несут нам слово позабытое, потерянное временами между нами бывшее. А теперь кто мы друг без друга? Кто мы? Кто мы? Кто мы? Кто мы? Выхожу еженочно на узкий балкон подышать никотином, оставляя себя на постели лежащего навзничь. В коридоре у двери входной только пара ботинок. На всякий случай я не забираюсь на ночь. Вдруг захочется выйти куда-нибудь и не звенеть ключами, чтоб не будить того, кого уже долго нет. Я курю на балконе пустыми ночами и смотрю во след навсегда уходящим. Выведи меня отсюда, человек с крыльями. Ну, давайте, да, там мне палец уже показывают. Но я не разглядел, я увидел палец один. Один палец, да. Ну, нет, не очень большой. Ну что, без попсы никуда. Вы знаете что, вы пока зажигалку на первом куплете не тратьте, все равно надо по... Там три куплета. Давайте во втором куплете кто-нибудь включит. А в третьем куплете будут все зажигалки уже гореть. Чтобы уж прям так, прям пафос-пафос такой. Играй, не считая минуты. Просто играй свои ноты. Не думай о том, почему ты. Помни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят. С тобой можно будет согреться, просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце. И если играешь не с теми, не расставляй им оценок. Проигрывай скучные тени, выигрывай каждый оттенок. И законсервируй излишек, потом тебе это запишут. Не важно, что кто-то не слышит. Важно, что кто-то услышит. Не важно, что кто-то не слышит. Ла-ла-ла-ла-ла. Важно, что кто-то услышал. Пусть долго твой звук в заперте был, играя ты сможешь понять. Не страшно, что кто-то сфальшивил, он хоть попытался сыграть. Играй, не считая минуты, просто играй свои ноты. Не думай о том, почему ты, почему ты, почему ты.
никого ты. Не думай о том, почему ты. Ты просто играй свое сердце. Ты просто трать газ в зажигалке. Но это на самом деле очень отрадно, что в зале курят всего 3 человека. О, 5-й закурил. Друзья мои, спасибо вам большое, что зашли. Пока! Струна порвалась. Сашка, закрывай. Это был Паша Фахрутдинов, дорогие друзья, на как бы фесте. Да. Спасибо. А сейчас я хотел бы пригласить... У нас есть официальный спонсор. Это коллекция приключений. Вы видите баннер за мной. Вот. И сейчас представитель коллекции приключений выйдет сюда, чтобы сказать вам пару слов. Гриша! Спасибо, друзья, спасибо. Добрый вечер. Отлично. Многих вас, наверное, мучает вопрос, каким образом связан как бы фест и коллекция приключений. Ответ очень простой. Когда-то очень-очень давно, примерно 20 лет назад, группа энтузиастов решила, что можно не просто ходить в походы, а водить туда других людей – и получать себе прибыль, а людям удовольствие и развитие. Тогда их знакомые и друзья крутили пальцем у виска и говорили, что, ребят, у вас ничего не получится. Немногие в это верили, но сейчас коллекция приключений – один из лидеров на рынке активного отдыха в России. Ура, друзья! И тем не менее, как мы связаны с как бы фестом? Мы занимаемся активным детским отдыхом, развиваем наших участников – и выступаем за то, чтобы каждый из них реализовался как личность. Стараемся растить не серую массу, а людей творческих, личностей. И Сава – наш бывший участник. Сава – один из организаторов фестиваля, один из ведущих сегодняшнего фестиваля. Когда-то, 4 фестиваля назад, это все начиналось как маленькое камерное мероприятие. А сейчас как бы фест уже в Б2. 3-4 фестиваля спустя, возможно, уже Олимпийский будет рваться на части. Возможно, Олимпийский уже не будет вмещать всех людей, которые захотят услышать эту музыку. Поэтому мы с вами, коллекция приключений, поддерживает как бы фест. И желает вам всем наслаждаться этой музыкой и хорошего вечера. Ура, друзья! Я думаю, что следует звать на сцену следующих музыкантов и не буду отрывать ваше время.